Квартал с историей – так можно охарактеризовать жилую застройку в западной части Бреста. На улицах Зубачева и Героев обороны Брестской крепости до сих пор сохранились дома, построенные еще в 30-х годах прошлого века. Уже сегодня они имеют культурологическую ценность и являются важной частью исторического облика города. Поэтому работы по капитальному ремонту здесь ведутся аккуратно, но основательно. В районе западного обхода нового моста в капитальный ремонт жилых домов у нас в этом году попало, значит, 6 домов. ГБК 42, 44, 46, также Зубачева 3, 5, 7. Основными работами этих домов при проведении капитального ремонта являются замена кровли, фасадов, отмостки, цоколей. ГБК 42 также у нас меняются инженерные сети, замены трубопроводов, газоснабжения. Работы ведутся с учетом возрастных особенностей домов. Для ремонтников важно не только создать новый, свежий облик объекта, но и выполнить их без потери качества, сохранив архитектурную ценность старожилов. Дома старые, Зубачева 5, это дело металлосани. Старый дом, обит дранкой и поштукатурен. Нужно это все как бы аккуратно снять. Частично сбиваем штукатурку, чтобы ставить кронштейны металлические для навески каркаса под металлосадин. Преобразятся не только дома, но будет облагорожена и территория вокруг жилых построек, а также появятся новые подъездные пути, которые сегодня находятся просто в плачевном состоянии. Также мы посмотрим дворовую территорию, где-то посмотрим малые архитектурные формы, доустановим где-то недостающие лавочки, урны для людей, чтобы не только строительными капитальным ремонтом именно домов мы закончили. Также мы постараемся и благоустроить хотя бы то, что мы можем в рамках текущего благоустройства, благоустроить дворы людям. Уже в конце сентября ремонтно-строительные работы на данном участке будут окончены, и Брест прирастет еще одним уютным благоустроенным уголком. Работы по капитальному ремонту в целом по городу продолжаются. Исходя из тех денег, это примерно 11 миллионов белорусских рублей, у нас запланировано вот 52,6 тысячи метров квадратных жилья. Будем стараться, скажем так, чтобы набранные темпы капитального ремонта жилья все-таки они остались. Наталья Луговкина, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.